При упоминании словосочетания «бизнес-кар» на ум, как правило, приходят престижные седаны. Но есть целый класс автомобилей, гораздо лучше подходящих на исполнение роли автомобиля для работы. При этом, в отличие от седанов, главная цель которых – побыстрее доставить вас в офис, говоря о работе, бизнес-вэн сам способен стать временным офисом. И это далеко не единственное призвание таких автомобилей. Итак, знакомимся ближе с бизнес-вэном «Mercedes Viana». Класс люксовых микроавтобусов в наших краях не пользуется большой популярностью. Скорее всего, это связано с тем, что дизайн таких автомобилей у многих вызывает ассоциации с сугубо коммерческим транспортом. При этом, по всем прочим параметрам, такое авто, как Mercedes-Benz Viana, большой, престижный и отнюдь не дешевый, никак нельзя назвать рабочей лошадкой. В ходе недавнего рестайлинга Viana приобрел новое оформление светотехники и бамперов, что позволило ему органично вписаться в современный модельный ряд Mercedes-Benz. А вниманием дизайнеров Viana не был обделен никогда. Динамичная форма кузова, со скидкой на то, что это все же микроавтобус, смелые росчерки выштамповок на боковинах, стильная детализация, 17-дюймовые легкосплавные диски. Viana – это в первую очередь Mercedes. При этом дизайнерам удалось совместить свои идеи с функциональностью, ориентированного на вместительность и комфорт кузова. Но перейдем к тому, чем этот автомобиль способен по-настоящему удивить и чем он заметно превосходит любой седан бизнес-класса. Сдвижные двери, по заказу оснащаемые электроприводом, открывают широкий проем, в который не протискиваешься, а заходишь. Высокий потолок и огромный запас пространства во всех направлениях убеждают в том, что в этом автомобиле можно легко отправляться в многочасовую поездку. В гамме Viana присутствует множество модификаций, от простого 8-местного микроавтобуса до шикарного кемпера марка Polo. Огромный выбор комплектаций и невероятный список дополнительного оснащения дают возможность прецизионного выбора своего Viana, который будет максимально соответствовать вашим потребностям. На нашем тесте побывал длиннобазный Viana в промежуточной комплектации Trend с 6-местным пассажирским салоном и раскладным столиком. В такой комплектации за задним рядом сидений остается довольно приличный запас пространства для багажа. А количество вариантов трансформации даже в этой версии Viana впечатляет. С точки зрения водителя, Viana тоже не разочаровывает. Конечно, посадка кардинально отличается от легковой. Сиденье со множеством регулировок и откидным подлокотником расположено высоко и предполагает вертикальную автобусную посадку. Но к этому, как выяснилось, быстро привыкаешь и тут же находишь в этом определенный кайф. Вождение Viana сродни управлению большим катером. С той лишь разницей, что этот большой и тяжелый автомобиль отлично управляется, послушно и незамедлительно следуя за отклонениями руля. Крены минимальны, скорость благодаря высокой посадке практически не ощущается, обзорность великолепна. Что еще надо для долгих и приятных путешествий или деловых поездок через городские пробки? А нужна динамика и экономичность. Именно этими качествами можно описать симбиоз 163-сильного турбодизеля CDI объемом 2,2 литра и автоматической коробки TouchShift. Переключения плавны и незаметны, а запаса тяги хватает почти всегда. При не самой благоприятной для скорости аэродинамике Viana с легкостью поддерживает крейсерскую скорость 150-160 км в час, а при желании может вплотную подобраться и к 200. И все это соседствует с необычайно скромным аппетитом мотора экономичной линейки Blue Efficiency, который при спокойной езде потребляет не больше 7 литров на 100 км. И если для владельца такого авто экономичность не стоит на первом месте, то это в любом случае позволит не прерывать междугородний полет частыми заездами на заправку. Этим универсальность Viana не ограничивается. Будучи оснащенным фирменной системой полного привода Firmatic
и увеличенным клиренсом. Этот минивэн даже при почти 5-метровой длине и колесной базе в 3,2 метра обладает очень неплохой геометрической проходимостью, что дает возможность не ограничиваться поездками по асфальтированным дорогам, да и вообще не особо задумываться о наличии дорог под колесами. Иными словами, позволяет чувствовать себя свободно при любых дорожных условиях. А ведь отдых – это в первую очередь свобода. Ну и в завершение автознакомства по факту личного опыта можем утвердительно сказать. Mercedes Viana наделен множеством качеств, делающих его незаменимым авто для самых разных категорий покупателей. Бизнесменов, путешественников и просто людей, которым необходим престижный и при этом по-настоящему удобный автомобиль.